Дилемма. 100 рублей, если не угадал. Давай 100 рублей. Вообще да. Пропускай. Не, что было в 17 лет? Привет, мне было столько, когда мы заходили. Размер кольца. Следующий раз. 16, говори. Блин, я с вами не знаю. Второй этап. Ага. Не пущаю. Второй этап. Второй этап. Нет. Вы вдвоем всегда. 200 рублей. Надо чего читать. Здесь интересно. Вот если бы мы про второй этаж не сказали, я бы это не сказал. Подруг. 200 рублей. Так, девушка, стандартная. Пожалуйста. Нет. Сто. Нет, давай стой, все, и разошли. А поторговаться. В следующий раз 30 рублей. Будет торговаться. Обязательно, правильно? А потом 1000 рублей, правда. Ты, кстати, тоже оботрешься сзади. Вот так, да? Да. Надо две камушки стоять, чтобы им бутылку дали. С удовольствием. А то. А сейчас я добегу, сейчас напью бутылку обязательно. У кого шампанское? У кого машин шампанское? Конечно, я красивый. Машин шампанское. Малый красивый. Конечно, красивый. Три бутылки шампанского. Красавчик! Неси две. Первый правильно. Молодец! Сейчас разведется полполитра. Не знаю, что это. Нет. 300 рублей. Слушайте, что за обдирал? Девочки, идем или за кем? Ну а что, давай 300 рублей. Что 300 рублей? Ты очень круто. Откуда такие деньги? Давай 150. Я вашей семьей. 150. 150. 150 это последнее слово. 250 последнее слово. 200. 170. Дай 200 рублей. Я уступаю. Давай 200. Давай 200. Это сделано. У них расценки. Просто продолжаем. Ну что, дальше? А если через... Дальше. Нет, не дальше. А сам здесь. Стоим. Это же как где-то доест, это бабушка берет. Нет. Домой. Сейчас я буду головой. Первый бери. Первый, самый первый бери. Бери вот это тебе. Первый бери. Поднимай. Обнимай. Направи, молодец. Ты не туда наступил. Давай, где шампанское? Где шампанское? Где шампанское? У кого шампанское? У Володи. Володя. 100 рублей. У тебя? Давай. Любимая. В руке. Так, так. Ласковая. Самая красивая. Инфернальная, говори. Дорогая. Дорогая, на год, там, на 20 необыкновенный. Слова закончились, одни эмоции остались. Милая. Передай другому. Не давай, давай. Передай дальше. Так, в чем вопрос? Да, я одно. Нежная была, так что... Обожаю, брат. Обожаю. Обожаю. Сколько у твоей невесты подруг? Нет. Что твоя невеста любит заниматься больше всего на свете? Фотографировать. Готовить. Так, если представить такая возможность, придет твоя жена отдыхать на курорт. Поедет ли она? Нет, конечно, она не поедет. Молодец. Смотри, прям. Ну,
поддержите жениха. Ты твоя возлюбленная в гороскопе. Ну, есть там немного. Нет. Нет, 100 рублей. Не верит. Как не верит? Ребят, ну что, 100 рублей? 100 рублей, это дорого. Нифига себе, 100 рублей, это нормально. Торгуй! Совсем не там близко уже. Ладно, хорошо. Мелочи. Вот, давай. Не гордо. Мелочи, давай, мелочи. Сейчас еще 30. Раз они такие мелочные, отдавай мелочи. Всю мелочь тогда давай. Это уже нет. Хорошо, не бойся, вся рука забита. Хватит. Рублями набили. Мы тут вообще-то можем снять. Так, Тарас, думай лучше. Да, 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 да. Тарас, включай босс. Не дойдет до дома. Все, идем. Блин, ну хотя бы сейчас. Что будет для жены на первом месте? Семья или работа? Конечно, семья. О! Понет! Какого цвета глаза у твоей невесты зеленые? Ну, вот оно! Согласна ли твоя невеста с другим, что с милым рай в шалаше? Вряд ли. Нет. Ты согласна? Согласна. Нет! Говори нет! 100 рублей. Опять 100 рублей, а? 100 рублей, давай. Бумажка. Ладно, давай по 50. Давай 150. Нет, 100. Легко откупается, вообще смотрю. Все знают, не есть. Что же? Олеся, она твоя. Только туфли у меня. Если туфли ты найдешь, если туфли не найдешь, завтра не поведешь. Ищи. Еще. А где как? Туфли на ней надеты, на ней надеты. О, на ней надеты. Снимай с нее, Тарас. Давай туфли. Где туфли, Тарас? А где их как? Где искать? Тут? Как ты считаешь, где их искать? Пойду я туда, Машу. Пойдем посмотрим. Искать в подъезде. У вас есть туфли? А может, она у кого-то? Нет, туфли. Крестный, Тарас, на! На кого там? На, Тарас! Вот ты хочешь их сказать, что я? Мне кажется, я не поверю, что Олеся смотрит. Надлих? Это у меня, пропустить. Туфли, надлих? Свидетель! Вперед! Надлих! Тарас, кричи! Где туфли? Ну что вы все молчите? Давайте включить Олесю. Ты не можешь пришли? Дай просто снять. Это почему это? Я сейчас в